Это цивильный корпус, это в первую очередь объединение или союз, или можно назвать как угодно, тех, кто любит Азов, тех, кто понимает, что делает Азов, тем, кому нравится то, что делает Азов, и всех людей, которые равнодушны к Родине, которые любят свою нацию, которые любят свою Украину. Вот, наконец, после, скажем, активного, долгого этапа работы, мы сможем уже заявить, что все, мы пришли к этапу, когда у нас праздник. У нас настоящий праздник, и мы объявляем о том, что нам удалось договориться с полком Азов и совместно провести мероприятие «Турнир воинов». Я думаю, что детальнее об этом расскажет Александр, он глава комитета этого турнира. Благодарю всех, кто пришел. Значит, непосредственно турнир. Турнир состоится завтра, в субботу, в 14:00. Он будет проходить в парке Гурова, возле сцены. Значит, идею турнира, самого турнира подал нам наш командир, глава всеволодовского движения Андрей Белецкий. То есть поставил перед нами задачу, мы уже как бы воплотили в жизнь. То есть приурочено это все 10 числа был день физкультуры и спорта, но, к сожалению, как бы в четверг это неудобное время, поэтому мы решили перенести все на субботу, организовать турнир. То есть цель турнира — это пропаганда как бы здорового образа жизни, то есть, ну, сделать такое зрелище для мариупольчан в выходной день. Значит, что собой стилистику? Всю стилистику турнира мы делаем в древнеславянском стиле, стиле времен Киевской Руси, великого князя Святослава, для того, чтобы окунуть немножко зрителей в эту эпоху, вспомнить о славных предках, то есть их сражениях. Турнир будет поделен на три части. Это отборочная часть, где будут участвовать принимать команды. Сейчас у нас заявлены 9 команд по 5 человек. Отборочная часть, полуфинальная часть, куда выходят 4 команды, и финал, непосредственно 2 команды. Первая отборочная часть в виде эстафеты, вторая часть, там будет 3 упражнения силовых, и третья — это уже когда команды будут соревноваться одна с одной. То есть у нас специально стилизированные снаряды, мы работали над этим очень долго, то есть это нам всем понравится. Также мы завезем бронетехнику, которую будут толкать наши бойцы. В перерывах мы планируем устроить выступление реконструкторов, которые будут показывать какие-то показательные бои. И также мы организуем полевую кухню для зрителей. Плюс будут всевозможные конкурсы, тоже в перерыве для обычных людей, на которые смогут поучаствовать, то есть будут получать специальные призы. Конкурсы для детей обязательно, ну, такая развлекательная программа. В принципе, все. Много разных развлечений, то есть это не просто прийти посмотреть, как богатыри состязаются. То есть это, в принципе, интерактивная, интересная история, будет несколько локаций, и сцена, и кстати, будет оформлено все очень круто. Вот Саша, плюс, откроем секрет, целых 2 тонны. Давай, Саша.